В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители ведомств и управления отчитались в работе, проделанной за минувшую неделю. Подробности в нашем сюжете. С 21 по 27 марта в Люберцах и Дзержинском пожарные устранили 2 возгорания. Пострадавших нет. Сотрудники полиции зафиксировали 327 происшествий и 37 преступлений. Одно убийство, один факт тяжких телесных повреждений, 15 краж, 8 фактов изъятия наркотических средств, 220 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 3 человека, погибших нет. За прошедший период аварийных отключений вода, тепла и электроснабжения не производилось. Продолжается замена лифтового оборудования. В настоящее время в работе 6 кабин. Всего на 2022 год запланирована замена 37 лифтов в 12 многоквартирных домах. Также реализуется краткосрочный план по капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего на 2022 год запланировано 135 домов. Уже выполнен ремонт по 10 многоквартирным домам и 29 домов находятся в работе. Кто хочет увидеть, включен ли их дом в план, эту информацию можно увидеть в разделе ЖКХ на официальном сайте люберцы.рф. На 30 марта запланирована встреча администрации с жителями округа. Она пройдет в новом выездном формате. Вместе с главой в данной встрече примут участие все заместители. И каждый желающий человек с интересующим его вопросом по компетенции может попасть непосредственно к специалисту, курирующему данную деятельность. Встреча с жителями состоится в гимназии номер 20 с 18.00 до 19.30. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.